Я решила замариновать грибы, пожарим колбаски, ребрышки, и грибы захотелось. Попробовала я вот эту чеснокодавилку. Классная штука, реально очень быстро и никаких заморочек. Мне понравилось. Отходы, ну ничего страшного, в чеснокодавке также остаются отходы. Ну, может быть, мужская сила посильней, и он, ну, отходов меньше будет больше выдавливаться. Я вообще, не напрягаясь, нажала и выдавила. Всем огромный привет, деревенский привет от Натуси. Посмотрите, какая на улице погода. Мы сегодня с Дашей смотрим в окно и думаем, прям похоже на весну. Снег уже весь растаял, сошел. С утра такое солнышко было, ну, днем. Сегодня у нас такой ленивый влог. Ничего мы с утра не снимали. А сейчас раскачиваемся и надо себя кормить. Дымок из трубы в беседке. Дымок у соседей должен быть там. Ой, аромат. Соседи уже в процессе. Мы решили пожарить ребрышки у нас замаринованные, колбаски. И, как вы видели, я замариновала грибы. На быструю руку перемешала майонез, паприку посолила чуть-чуть и немного чеснока. А соседи решили сделать плов. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. У Даши сегодня подружка приезжает, они поедут. Сейчас она приедет к маме, съездит. Ну, Даша к бабушке съездит. Там посидят. Ну, а я уж отпросилась, говорю, ма, мы вроде с соседями плов они хотят сделать. Говорю, я хочу к ним сходить в гости, поснимать. Поэтому я остаюсь. Ну что, пойду, схожу, проверю обстановку. То есть я сегодня дежурный. Дежурный по кухне, так сказать. Дежурный по съемке. Но я грибочки замариновала. Соседи, конечно, все сами. Такие колбаски покупаем вот в мясном магазине, лежат. Говорю, давайте готовить, потому что все перемораживается, лежит. И на быструю руку, чтобы было не заморочено. Ладно, пойдемте. Сходим, посмотрим, что там соседи делают. Потом придем. Так, Олег, знаешь что? Здесь можно эту. Вот, которая термокастрюля одна есть. Я думаю, сюда может быть лучше ребрышки и колбаски. Ну, да. А грибы остынут, они холодные, вкусные. Да. Уже так хочется в беседке время проводить, да, Олег? Хочется тебе? Не знаю. Как-то уже дома поднадоело. Ты не забудь, что жена ушла, а то закроешь воротину. Пойдем. Ты со мной? Может, ты со мной? Я с тобой. Вообще-то я собралась первой идти. Проводишь? Боишься, не дойду? Перехватят? На улице классно сегодня вообще. И решила такое вам сегодня видео сделать. Может быть, конечно, для кого-то оно будет ни о чем. Просто вот как мы сейчас проведем время. Приготовим, пообщаемся, соответственно, поужинаем вкусненько. То есть вечер релакс. И день у нас был релакса. Вчера немного поубиралась, а сегодня отдыхала. Открывай. Че, не хочет нас пускать? Или что разжигаешь? Посмотрите, какой у нас тут гололед. Невозможно. Аккуратно-аккуратно надо ходить. Олег мучился вчера полдня. Вот тут вот все разломал. А хотел отдолбить, тут тоже все замерзло. И у него вот провод, он отогревает, да, Олег? В прошлом году я прокинул нагревающий провод, чтобы лоток не замерзал. Но он нам не помог, ничего, ну, в принципе, не нужен был. Дождей не было, ничего, снег и так сошел. А в этом году были сильные дожди, и у нас все здесь заплыло. И пришлось вскрывать. А вскрывать все поломалось. Ну, мучился долго очень, часа три. Новые купим железочки. Не пластмассовые, а железные. Кинем здесь и все. Сделать, вывести. Да много уже хочется. Я бы уже и забор весь помыла. Мне хочется, чтобы даже здесь порядок был, чтобы все чистенько подкрасило бы, все бы отмыло бы, как вот все еще вот самый первый же у нас забор был, строился. Построили и все. А мне уже хочется и здесь подраить, все помыть.
как я говорю, в доме же место. Вот здесь я когда клумбы разбивала, типа на участке места мало, вышла сюда. Так, в доме места мало, надо забор уже мыть. Ой, а что это у нас так песок? А, тут и был песок, хотел сказать, тут же снег был. Вон, видишь, как вон ты копал. Да. Ага. Водичку, привет! Солью посыпал, Олег? Да посыпал, тут толку никакого. Да, вообще не видно. Разбил, не реагирует. Я простой сыпал. Не реагирует. А что, вы уже засыпали что-то? У вас уже аромат у нас чувствуется. Да? Это наш дым. Это... А, вон наш дымочек. Но у нас же наш дымочек, а у них уже вкусненько. Я вообще вот здесь, как-то. У нас крепкий. Я же говорю, отсюда аромат пахнет вкусненько. Товарищ повар готовит. Да. Долго она мечтала о плове. Только не о таком, да? Да, вот тут начали жарить. Вкусненько, да? Мы только разжигаем. Да, мы только разжигаем. Что-то дымок перестал у нас идти, нет? Да, Олег, сейчас быстро он это. Колбаски. Да. Ребрышки, грибы. Да я грибы замариновала. Что там, рис надо замочить? Да, давай, да, я помещаю. Ну, давай, я сейчас замочу. Там в этой, синей. А у вас стояли эти фонарики летом, Олег? Да, я чуть не убрал, забыл убрать. Ну, стоят. Но они мне не понравились, они нифига не светят. Они это от солнечных, да, батареи? Да, да, от солнечных. Они как декоративные. Ну, я думаю, что будут хоть чуть-чуть светить. А, что это, да? Выпал, глянул там. Не, ну хоть чуть-чуть, они вообще не светят, себя даже не освещают. У вас классно вот эти освещают. Ну, эти, это уже 220. Да, прикольно. Ой, прям лето хочется. Да? Да? Я вообще зиму не люблю, не. Не, я люблю зиму, но уже как-то хочешь, сейчас беседка тоже зашла. Я люблю зиму 31 декабря, а 1 января я уже не хочу зиму. То есть Новый год встретил, и все, сразу следующий год лето. По прошлой зиме что-то не хотелось ее. А, кстати, в этом году меньше, да, все-таки снега? Хоть он и мел? Летает. Да, я чистил всего один раз. Туда-сюда. Один раз. Да ладно, один раз. Да, один раз я чистил. Мы раза 34. Ну, вам повезло. Ну, а может, Олег на смене был? Да. Конечно, помнишь, я работал. Я говорю, мы с тобой там чистили, а да, на утро он растаял. Да. То есть Олег просто счастливчик в этом году. Дина нас пригласила в гости. Я вообще как-то не снимаю чужие, но она сама пригласила. Так, сейчас я разуюсь тут. У них так в баньке уютненько. Я, правда, была один раз. Но она же, вы слышали, как она рассказывала Вову, Володю, друга своего приглашала. Ой, что-то я тут заковырялась. У нас тут собака еще. Она меня не покусает? Ну, не должна. Боюсь. Кто там сейчас? Я боюсь выпускать, вышел все равно. Ну ладно, пусть он там носится. Я думаю, Олег, у нас свежий воздух. Закрыть? Не, на улице не будет ничего. Ой, прям люблю я, как деревом пахнет. Классненько. Красота. Вова, если будешь, ну Лена вроде смотрит влоги. Вот куда тебя заманивала эта Дина. Печка, шапочки, полотенчики, все дела. Классно. Но вы не часто, да, тоже паритесь, Дин? Олег, вот частенько. Я-то частенько? Порежу. Не любишь? Ну нет, как сказать. Ну так, не особо. Олег часто. Ну мы вот это. А, здесь у вас душ, да, отдельно? Да, да, да. А, прикольно. Санузел. Классненько. И вот они здесь живут постоянно. Ну что, заходи. Ой. Просто понюхай. Ой, я боюсь. Нет, ну, да, не буду руку давать. Иди грейся. На улице холодно. Иди, иди, забегай. Зайди домой, иди домой. Забегай. Домой, домой, Чадлик. Все, все, да, беги мне, домой. Да, иди ко мне, тебе морковку дам. Да? Да? Да. Иди, на морковку. Скажи, я не дурак, да? Иди, иди. На, что ты, Саня, ты хитрый. Знаешь, что мы его сюда замыли. Ага. Ну, давай я с ним зайду. Пойдем, пойдем, Чарли. Пойдем. Чарли. Иди сюда.
На, скорее, морковку. Смотри, тоже. Ага, большой, смотри, да? Какой хитрый. Иди, заходи. На. Смотри, все шарит. Иди ко мне. Нашли иди. Дурака. Смотри, морковку тебе положила. Иди, иди. На. Смотри, какая. О, тихо, тихо, как от маленьких детей, да? Ну, блин, ты повар. Ну, да, да, ты повар. Ты его закрыл, что ли? Да. А что, высушил? Не жалею, да? Не, а у него на улице не будет. На улице не будет. Нет, ничего, на улице конечно. Не будет, это в помещении. Давай, ой, какое его. Красивое мясо. Да, подрумянилось. Свинина, да? Да, свининка. Угу. Ну, ты знаешь, Наташа, вот... Что-то вот сколько мы мяса пробовали, вот свинина все-таки самое лучшее. Вкусная, она тоже да. Больше на свинине. Баранину мы как-то не любим, она нам не понравилась. Говядина же сковородка. Я говорю, а вот ребята, Сашка с Ленкой, они прям баранину обожают. Да. Ой, ой. Эй, что хулиганишь? Ушастый, на морковочки. А ему Дина сейчас давал. А так вы его чем кормите? Корм. Корм? Да. Ну, их нельзя ничем таким вот. Это морковка все-таки, ну, она и зубы очищает. Полезно. Ну, а собака-то? Да. Смотри, спокойно вроде, еще Наташка не обижает. Сплюсь, да? Пока я не ушла. Нет, текст происходит, гости-то. Но он именно вот одного кусал-то, Николаев, да. Ну, мне кажется, задирал его, наверное, нет? Не задирал он его, сам просто кусал. Пора уже что-то делать, мне кажется. Да, оно прям поджаренное, аппетитненькое такое. Прям все вот это, да? Так, плов от Олега видели от одного, теперь плов от Олега другого. А его смешать? Мешаю, мешаю. О, приправка как раз для плова. Приправы сейчас не надо. Ну, я знаю, попозже. Да не, морковь нормально. Погодка, кстати, подстать, да, готовить? Не холодно вроде, а нет. А еще солнышко, если было бы. Но с утра, кстати, да, днем было солнышко. Да. Я думал, с деревяшки сейчас коллега побежит. Побежит. Я думаю, деревяшку возьмет. Что происходит? Побежит. Такая моська интересная. А ага. Хочет и там, и сям. Успеть везде хочет. У нас это смешно такое, у него уши большие. Они не должны они такие должны быть? Поменьше. За Олегом побежала. Ага. Палки. Ну что, так красиво. Ага. Ну и ароматно прямо. Да, запах. У нас больше всего запах, да? А здесь? Да, туда. Туда. Сейчас еще специи эти, да, насыпем. Угу. Куркумы, да, ну все попозже, да? Не ну, знаю, вот второй поваренок. Когда водой, да? Да. Угу. Чтоб она это, я побольше как бы томлю. Ее, чтоб мясо а было. А то она конечно. Начнет обгорать, да, вот это. Ну, мясо, чтобы мясо было разваливано. Ну, да, я чуть сажу там минут 15 здесь. Сладечко под крышкой, да. Ну, у нас так прям вообще схватит, да? Ну, вы не это. Меня Олег не любит много. Он раз побольше да? Посыпал, а он говорит, что? Много, он кисленький. Это сейчас подниму. Мясо вообще прям обалденное. Ну, так, значит, так. Ой, достаточно, да? Какой чайничек красивый у вас. Он керамический, да? Ага. Красота. А он не нагревается, Ден, вот тут снаружи? Не-а. Просто как электрический, а-а-а. Как керамический. Прикольно. Понравилось нам у нас и классный. Там наборчик идет, там заварщик еще есть. Ну, наверное, пока хватит, не покушать. Закроем потом. Ой, да? Красота. Как красота, правда. Последний шаг. Ну, сейчас мужики приедут, да. Я пойду тогда это, потому что я девчонкам картошки начищу. Нет, я начищу, а вы придете, да? Ну да, чесночка. Все? И кружечка. Ну вот, я тоже участие приняла. Да, все. Крышечку хоть подержала. Вот, теперь все. Все, варить котелок. Процесс готов почти.
Там еще не прогорело. Побывали в гостях, пора и честь знать. Съездили, смотрите, какой рыбки вкусный купили. А ты что, вчера... вы рис закинули уже, да? Да, Дина, все, все у нее быстро. Понюхал, глянь. Думаешь, отравлю, что ли, тебя? Мы и водички потушили, да? Да. Ну, Дина не первый раз делает, что вы? А можно бы вот в этом уходить? Да, она не провоняет рыбой потом? Вот. Чашка пластиковая. Не, нормально, сыпься. Не, давай пакет хочешь дам. Да какая разница? Да она это, Дин, пластиковая, она может впитать. Алекс, я как вот пиво новое взял. А где пиво? Ты домой уже отнес? Нет, мужики уже в магазин съездили. А теперь подозревают, что плов быстро сделал. Нет. Сделала? Что, тебе налить? Да не надо. Осмотрит. Ё-моё, это ж попрошайка еще та. Да, Хрюша? Эй. Видишь, нормально. Лишь бы агрессивно не было. Ты только, Чарлик, покусает. Да, не лезь, коллег, а то он сейчас... То больше не придет. Он и так-то с тобой не дружит. Тут еще вопрос в форму, кто с кем не дружит. Смотри, сейчас это... Эй, прошайка, хватит просить. Да? Что Олег сделала? Уже не готов. Почти. Его сейчас через 5 минут снимать уже. Пускай еще постоишь. Все окей. Чего накладывать-то будем? Синюю он стоит. Какой закат красивый, смотрите. Начинается. Так, соседи. Вторые наши соседи по квартире. Ой, забыла, я думала там. Огромное спасибо за подарок. Не знаем уже даже, куда применить. Решили под колбаски, теперь думаем, нет, надо под плов. Поэтому классная вещь. Даже сезон не дождались, а мы уже ими пользуемся. Сейчас принесу большую под колбаски, а эту решили под плов передать. Смеемся, говорим, нам надо калитку прорубать и ходить. А потом говорю, нет, давайте не будем прорубать, чтобы... двигаться больше. Куда идти-то, Олег? Ой, а у нас тоже как прикольно по снегу. Я думала, что я проваливаться буду. Я высоко так. Где ты? Сюда? Вау, сюда. Ой, все-таки провалилась. Все, давайте. Заходите. Видите, кустиком моим тепло. Хорошо, что успела, второй снег растаял. Утеплила их. И потом они будут разлагаться и удобрять. И трава не так будет лезть. На огонь можно смотреть вечно. Красота, да еще и тепло. Ноги подмерзли стоять. Сапожки мои старенькие, надо купить что-то. Валенки, может, какие-нибудь красивые. Модничать, ходить в деревне. Фонтан он не бьет у нас. А не кролик? Ой, я что там так, что пьет? Прикольно. А, ну, смотри, да. Прям. Красотень. Ароматы. Закаты. Ужин после 6. А ты есть-то будешь сегодня? Грибочки. А, это все диетическое, да? Буду. Все папе. Вчера это там, я не буду. Прям как подсветка, да? На улице прям светится. Вообще, слушай, такого не видел уже. Очень красиво. Будешь грибочек? Давай. Будешь, говорит, грибочек? Подул и съел. Спасибо, Олег. Вкусно? С углем. С углем? С углем? Или с углем? Уголь. Сочный. Сочный? По соли. Я всегда их не досаливаю. Нормально. Это, хотела подсолить, потом думаю, не, лучше пускай не досоленые. Я или чересчур могу? Ну вот и я побоялась. Думаю, ладно, лучше пускай будет не досоленный. У нас тут ни вилки даже нет.
Почему есть? Где? Вот накрытое все. А-а-а. Дать? Нет, не надо. Это меня и не увидел. Ну, я накрыла, чтобы оно так, хоть я и перемывать буду это весной, но все равно, чтобы не пылилось. За мной! Цепочкой, гуськом. Ну, вообще. А? Закрывай, да. Завтра надо не забыть решетки занести, помыть тогда. Очень, да, красиво. Давайте стол сюда поставим. Вот сюда. Что ты делаешь? Значит, без вина буду. Да, я взяла попробовать. Я искала, хотела обычное. Увидела отзывы вот тут вот много. А почему ты хоть обычное тоже не взяла? А вот это вот проворачивать... Как-то. Ну, наверное, что-то открывать. Может. А вот, может быть, фольгу, типа, чтоб не ножом? Может быть. Но она как-то большая. А, нет, да, вот как раз одевается, наверное. Говорит, там инструкцию я тебе оставила. Он говорит, я не буду инструкцию читать. Ну, наверное. Да? Вот эта на фольга смысле, снимается, да. Наверное. Ну, по отзывам пишут, что вообще классно. Ну, и чё ругаешься? Посмотри, как круто. Круто, когда батарейки сядут, и их нет негде их взять. Их всегда держи в запасе. Ну, прикольно. Не знаю, мне понравилось. Вот это... Барменом, что ли, работал? Нет. Посмотрите, какая вкуснота. Рассыпчатый плов от соседей. У нас интим. И вот такой деревенский вкусный ужин. Да? Романтик. Обалденный. Нет, Олег. Включи свет. Алекс, рыбка. Темно тебе, да? Рыбку плохо видно. Серьезный момент. Молчат оба. Оба напряжены. Это вы второй только играете? Да. Второй что-то у вас затяжной, мне кажется, да? Первый как-то его быстро, прям раз-раз. Один из Олегов сказал, что попался. Попался я. Да? Что, он тебя зажал, да? Ну, он тебе две мои зажал, да. Четыре. Все, Олег, не играй. Я всех подбиваю, чтобы с ним никто не играл. Что, к тебе пришлось играть, да? Нет, я не буду больше с тобой играть. Вообще бесполезно. Согревал, попробуй. Как термос. Ну, это и есть термос. Ну, теплый. Теплый, да? Ну, не горячий, но теплый. Ну, теплый. А прошло, считай, сколько время? Восемь. А, три часа прошло. Вы её заказывали, да? Три часа. Да. Подарили на днюху. Соседка подарила. Так, решили поиграть в козлеца. А тут втроем. Попробовать. Попробовать вспоминать, да, да, потому да, что уже забыли. Вспомнить. Дина не играет с нами. Да. А подожди. Ой, ты даже раздавать нет. Разучился. Я, честно говоря, даже вот не помню вообще, что надо делать. А, две в прикупе. В прикупе А. А эти вот подожди, а прикуп что-то? Как берется? Что-то я тоже уже забыла вообще. Прикуп сразу берется. Кто-то решает один, а играет пара и один. Прикуп берет тот, кто играет один. Сейчас а у кого право выбора брать этого прикупа? Мне кажется, что все как-то должны были играть. Постараюсь размазать, если ума хватит. Я сейчас нормально. Карта вообще крутая вообще. Смотри, четыре дамы, ты должна вообще все взятки взять. Нет, у меня четыре дамы, но она классная.